Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о премиях для своих учеников. Премии своего кармана не всем и не всегда, но практически всем. За призовые места или кто-то сделал первый тройной прыжок. Я ему 5, 10, 15, 30 тысяч рублей. Плющенко также рассказал о финансовой составляющей его работы. Это может стать бизнесом, если только сдавать каток в аренду полностью. А если содержать группу, которая у нас есть, и платить зарплаты всему коллективу, дай бог выйти в ноль. Когда я снимал каток, каждый год у меня было минус 12 миллионов рублей. Это при наличии 120 детей. 24 миллиона за 2 года я просто выкинул. Но мы понимали, что надо это сделать. Хотя можно было разогнать большинство, оставив одну группу. Но мне нужно было посмотреть, смогу ли я, сказал Плющенко.